Вывозом мусора мы недовольны. С августа месяца у нас вывозит региональный оператор. Обслуживает нас Синергия. Машина, техника пришла с самого начала отвратительной. С машин все течет. Вот люди сидят на лавочках, все тут течет. Звонила, чтобы заменили технику. Прислали, вы думаете, что-то лучше? Ничего. Крупногабаритный, вот сами видите, как возит у нас крупногабаритный. Сколько он здесь лежит? Ну, он уже неделю лежит. Перед Новым годом у нас была такая ситуация. Больше 2 недель не возили крупногабаритный. 5 дней не возили такой мусор. Потом мне говорят, такой вот это самое. Зимой, значит, Нина Викторовна, зимой при температуре минусовой мы имеем право не возить 3 дня. Это на каком основании? По санпину увозить должны ежедневно. Правильно? Вот. Они через 3 дня. У нас находятся камеры, можно сказать, в подъезде. Они у нас не на территории находятся, чтобы воздухом они пользуются, с этой температурой минусовой. Вот. Ну, мы, в общем, недовольны. Я устала, у нас старший, это вот, понимаете, вот это завал. Но это что такое? Вы скажите, сколько у вас платеж получается с квартиры примерно? Вот у меня 2-комнатная квартира, 173 рубля. Это от метража зависит. Да. Сколько ты платишь? Квадрат. 211 сейчас. Вот 211, пожалуйста. Вы понимаете, услуга-то подорожала, а качество услуги у нас намного стало ниже. Значит, если сваливать на погодные условия, что снег, вы меня извините. Региональный оператор начал пользоваться, работать с августа месяца. Правильно? Какой это с августа месяца, с 12 августа? Кто у нас вывозит? Нормально. Никто. И посмотрите, весь город завален мусором. И в интернете, и везде. Вот посмотрите, наш город, это что такое? Это почему мы платим такие деньги, такая дорогая услуга, а качество услуги вообще никакой. А вы не знаете, не подскажете, сколько общая площадь у вас дома? Как это не подскажу? Я все знаю. Я работаю 6 лет. Вот, 7121. Квадратный метр. Квадратный метр. А норматив у нас по мусору 3,91, да? Да. Нет, это был 3,91. А с января у нас еще прибавился на 1,7. Понимаете? Угу. У нас теперь стал 3,90, по-моему, 3, что ли, 3,95. Вот. 3,95. Да. Здравствуйте. Если, грубо говоря, умножить вот эту площадь на эту сумму, на... 25 тысяч, вот 25 я так примерно, 25 тысяч, да, в месяц. Мы с дому, 25 тысяч. Так это надо нам мусор возить на Lexus и вообще. Такая услуга должна быть. А у нас, вот смотрите, это что? Пока я не фотографировал, пока я им не отправил на личные их телефоны, вы представляете, я этому Виноградову устала звонить. Он уже берет и трубку говорит, Заречный 7? Да, Заречный 7. Вот я грамотная женщина, я подсчитываю, не вывозит у нас этот норматив. Вы меня извините, у нас мусороперерабатывающий завод находится в 7 километрах, правильно? А в Москве находится 75 километров. Где больше затрачивается ГСМ? А там расценки ниже. В Ульяновске, например, там 100 рублей общая площадь. Независим, 3-комнатную это сам, все. Пензе 80 рублей. Но у нас такие высокие расценки. И тем более вышло положение только с 1 января вот это. А мы-то уже возим по региональному оператору с 12 августа. Мы уже сколько этих денег заплатили? Почему все молчат? Ну, такие высокие расценки. Ну, 3,95. Это очень много с квадрат. И что, вот я живу одна. У меня что, в каждом угле мусор, что ли? Я в неделю вот выброшу такой пакетик. Ну, на 70% пенсионеров по одному человеку живут. Понимаете?